В День Конституции России в Музее Министерства внутренних дел Тувы прошло торжественное принятие присяги молодыми сотрудниками ведомства. Присягу у новоиспеченных полицейских принимали временно исполняющие обязанности министра Вячеслав Макаров и главный федеральный инспектор республики Александр Вавилихин. Присяга – это особый ритуал, духовно объединяющий многие поколения защитников Отечества. Одна из старейших и лучших воинских традиций, которая принято российской полицией. Стоит отметить, что присяга является эффективным средством формирования патриотизма у сотрудников полиции, вдохновляет на добросовестное исполнение служебных обязанностей. Так, давая клятву верности служения закону, молодые полицейские еще раз обязались служить на благо нашей республики. Быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью, достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности. Со знаменательным событием собравшихся также поздравила и председатель общественного совета ведомства Тувы Нана Шенгина. Сегодня особый день у тех, кто принял присягу, и мы надеемся, что в этот день послужит отправной точкой, когда они будут верой и правдой служить своему государству, служить каждому гражданину, который обратится к нему за помощью. В завершении мероприятия новоиспеченным полицейским были вручены подарки с символикой ведомства.